Грация в каждом движении, неповторимый Бахчисарайский фонтан. Впервые зритель увидел постановку в 1934 году в Большом театре. С тех пор оно стало одним из самых любимых и знаменитых. Сквозь время хореографическая поэма в четырех действиях дошла и до нас. Еще в начале 70-х годов в партии Заремы блистала великая Алла Шелест и возглавляла балетную труппу Куйбышевского театра оперы и балета. У Шелест это была одна из ярчайших. Работа счастливилась, это самой, видите, не в записях. Я видела много Зарем. Ну, во всяком случае, тоже не меньше 25. Но самой подходящей на эту роль, признается Светлана Хумарьян, была Алла Шелест. В этом году у балета целых два значимых юбилея. Столетие со дня рождения великой балерины и 25 лет фестивалю «Планета Аллы Шелест». Она создала целую галерею различных образов классического наследия. Спектакль обещает быть ярким. У нас будет голос в оркестре. Это написанное композитором. Музыка, татарская песня и, собственно, романс. Его будут исполнять артистки нашего театра, будут исполнять из оркестровой ямы, так запланировано. Постановщики, художники по костюмам и декорациям активно работают над созданием насыщенной картины спектакля. Даже само оформление делают по оригиналам 1934 года. У артистов задача иная, но не менее трудная – передать зрителю всю суть поэмы и характеры каждого из героев. Два прекрасных состава, очень разных, и они окрасили свои партии согласно их, да, вот их индивидуальности какой-то, мне это очень нравится. И очень богатая палитра характеров основных персонажей. Фестиваль откроет двери для поклонников балета 18 октября. Помимо Бахчисарайского фонтана, зрители увидят Баядерку, Шопиниану, Дивертисмент и Лебединое озеро. Завершится ежегодное событие 25 октября концертом «Шелест-гала». Владимир Маркин, Дмитрий Столяров. Новости губернии.